Как мы заявляли, мы проводим работу по проведению и, по сути, воскрешению единства на планете всех жизнепотоков и всего живого в 19:30 27 июня 2018 года. К сожалению, по определенным причинам мы-то выложим сразу запись, но когда вы ее увидите, скорее всего, завтра утром. Ничего страшного. Время и пространство уникально. И, собственно говоря, это иллюзия. Поэтому все происходит одномоментно, в моменте здесь и сейчас. Так что присоединяйтесь к этой работе, присоединяйтесь сердцами. Ибо мы действительно едины, и в этом единстве, когда вы его примете, когда вы его поймете, вы поймете, что когда мы ненавидим кого-то, мы ненавидим себя. Когда мы предаем кого-то, мы предаем себя. Мы не в состоянии сделать зло никому иному, кроме себя. Мы причиняем вред только себе. Но и добро мы делаем себе через других, через все мироздание. Мир очень маленький и бесконечно большой. Познайте его глубину, объединившись в единый поток любви. Станьте каплей этой любви и станьте ее морем. Весь мир принадлежит вам. Возьмите его. Он ваш.